Изучение программирования начинается с выбора области. Программирование принципиально делится на несколько направлений. Первая ключевая область программирования – это математика. Написание программ, занимающихся расчетами, функциональное какое-то программирование, связанное с решением задач более узкоспециализированных. Это могут быть движки компьютерных игр, это может быть ядро какой-то системы. Вторая область – это системное программирование, разработка операционных систем, драйверов, служебных программ, сервисов. Третья область программирования – это прикладное программирование, прежде всего решение так называемых повседневных задач. Редакторы, калькуляторы, плееры – все это, естественно, прикладное программирование. Кстати, долгое время компьютерные игры тоже были частью прикладного программирования. Это сейчас они самостоятельная индустрия компьютерных игр, в которой пишут почти на всех языках и используют почти все разработанные сейчас технологии. Следующая область программирования – это веб-разработка. Прежде всего, это создание сайтов и приложений для работы в интернете. Пятая область программирования – это скрипты. Это программирование внутри готовых систем, тот же язык 1С. Решение задач повседневных, но уже внутри готовых платформ. И шестая область программирования, самая-самая-самая молодая, буквально появившаяся вчера-позавчера, это разработка мобильных приложений, как игр, так и каких-то бизнес-приложений. Должен обратить внимание, что есть еще моменты, которые традиционно не относят к профессии программист, но ради которых программирование тоже часто изучают. Во-первых, существует такая профессия, как аналитик. В наше время аналитик тоже фактически является программистом и отличается от программиста только тем, что конечным вариантом его работы является не сама программа, как у программиста, а результат этой программы. Получить результат на программе, написанной кем-то другим, аналитик, как правило, не может, потому что на то он и аналитик. Он делает что-то новое. Второе – это системный администратор. Системный администратор, если это крупная организация и сложная система, тоже очень много программирует. Прежде всего, изучение программирования – это изучение основ, определений, понятий, затем изучение синтаксиса и учеба на соответствующих курсах, также в том числе на курсах по алгоритмизации для того, чтобы научиться решать задачи, и затем технологии. Первое, надо быть уверенным пользователем компьютера. Второе, конечно, познакомиться с устройством компьютера, понять основные принципы, которые заложены в современные компьютеры. Ну а дальше выбрать какой-нибудь язык программирования. Их существует много, в том числе есть языки, специально созданные для обучения. И начать его изучать. Начать писать программы, потому что в программировании важна практика. Без практики можно прочитать много книг, толку от этого не будет. Если вы не знаете, какой язык программирования вам изучать, изучайте язык Python. Во-первых, язык Python, по мнению большинства, наиболее полно отражает современные тенденции в программировании. Второе. Если выяснится, что вы ошиблись, то перейти с Python на какой-либо другой язык гораздо проще. Поэтому цена ошибки в этом случае будет весьма невелика. И, наконец, третья причина. По моему личному мнению, язык Python имеет из всех языков наиболее короткую дистанцию между началом его изучения и возможностью применить на практике. Существуют два понятия в программировании, связанные с кодированием и программированием. Кодер – это человек, который профессионально набирает программы. Программист, он прежде всего либо сочетает в себе обе функции программиста-разработчика и программиста-кодера, либо является только разработчиком, только аналитиком-проектировщиком, только придумывает код. Все-таки в России так повелось, что стопроцентно четкого разграничения между этими профессиями нет. Всякий разработчик кодирует, и чистых кодировщиков у нас очень мало. Чисто кодировщиками работают главным образом начинающие, которые в дальнейшем хотят стать разработчиками. В реальности профессиональный разработчик код набирает не так много времени. Там, ну, есть статистика процентов, там, наверное, 25-30. Остальное время – это проектирование приложения. То есть прежде чем набирать код, нужно понимать, что из себя этот код будет представлять. То есть хотя бы в голове, а лучше документально, создать архитектуру приложения. То есть представить или сформулировать, написать те компоненты, из которых приложение будет состоять. Как эти компоненты будут взаимодействовать друг с другом. Ну а набор кода – это фактически уже завершение проектирования. Это как раз не самое сложное.
Для того, чтобы эффективно и успешно решать задачи программисту, ему прежде всего нужно владеть, что называется, железной логикой. Сложно сказать, должен ли программист знать высшую математику. Все зависит от задач. Математику в рамках школы полезно знать вообще любому человеку. Поэтому программист, конечно, должен знать математику хотя бы в таком объеме. Но прежде всего он должен очень четко и логически мыслить, уметь решать задачи именно с точки зрения логики. Вообще, начинающему программисту математика никак не помогает. Однако со временем вы увидите, что для решения каких-то действительно сложных задач математика и, например, ее раздел алгоритмы и структуры данных будет крайне полезен, особенно когда вы работаете с высокими нагрузками, где важна каждая операция, чтобы она была максимально быстрой. Я считаю, самым главным качеством программиста является самообучаемость и въедливость. То есть, когда ты копаешь, тебе непонятно, а ты все равно учишься, находишь какие-то материалы для себя и сам в этом разбираешься. Ну, а второе качество — это перфекционизм. То есть, когда ты не оставляешь работу на полпути и доделываешь до конца. Потому что кое-как сделать может каждый, а копать в глубину — это надо уметь и хотеть. Программист должен обладать терпением. Это, наверное, первое, потому что это нужно себя настроить, что все получится, что даже если что-то не получается, в итоге все равно все взлетит. А должен обладать аккуратностью, потому что любая там неправильно поставленная запятая может привести к непредвиденным последствиям, потом долго искать. И, я думаю, обладать общительностью, потому что в нашем мире уже люди, которые сидят с компьютером, это уже прошлый век. То есть человек должен уметь общаться и с сотрудником по команде, и с заказчиком, и с тестировщиками, аналитиками, вот со всеми людьми. Критически важен английский язык, потому что все крупнейшие конференции находятся за рубежом. И пока вот эта информация будет переведена на русский язык, адаптирована, выпущена в книгах, пройдет очень большой срок. И она уже будет не так актуальна. Я могу сказать, что не надо бояться, что если есть мечта, нужно идти за мечтой. Главное – желание и возможность именно в себя вкладывать знания. Если вы хотите быстро изучить программирование, тогда вы можете обратиться к человеку, у которого уже был большой опыт в разработке, который бы мог подсказать вам проблемы, с которыми вы столкнулись в будущем. Для этого вы можете прийти на компьютерные курсы. У нас много учеников, которые после наших курсов устраиваются в крупные IT-компании России и за рубежом.